салют, народ, меня зовут Гуф. Со мной пацаны, со мной Мигас, ваши бляк, Мафон, Датэм, Фундэшн, Лиджей Кейн, Джир, Банкат, как жизнь, Питер? Йоу, всем салют, сегодня вообще никуда не собирался. В итоге полетела на концерт Гуфа, странным образом вообще. Даже не планировал туда пойти, уже наступила зима, на улице все равно тепло. Поживем, увидим, что будет, думаю, что-нибудь поснимаю, буду на связи. Подписывайтесь на канал, будут новые видео, возможно, что-то интересное. Как-то так. Мы сейчас сидим на Пионерской с нашим новым другом. Его зовут Саша. Мы двигаемся на концерт Гуфа. Немножко припеваем. Увидимся в Космонавте буквально через час. Мы успеем. Да ладно, уже в 9 придет. Да, спорим. Давай, вот я сейчас записываю. Ты нас говорю, что Гуф придет в 8, ты говоришь, что Гуф в 9, да? Гуф придет в 9. Мы едем на Гуфа, и походу мы опаздываем, потому что концерт в 8, но она думает, что концерт в 9. Вот так вот. И часы покажи, смотри. Давай. И айфон. Когда мы посмотрим твои видеозаписи, мы решим, хороший ли он видеооператор, да, или нет. Решим. Самое главное, чтобы мы были красивые. Все. Приехали в клуб, не знаю, успели мы, не успели. Сейчас проверим. Снимаем. Все хорошо. Все круто, супер! Поспешу вас расстроить, кто-то вышел из-под контроля. Игра не серьезно настроен, это того стоит. Я насквозь вижу такая тоска, как жизнь Питера всех видит. Пиджаки, все абсолютно, народ, меня зовут Гуф. Со мной пацаны, со мной Мигас, ваши бляк, Мафон, Датэм, Фундэшн, Лиджей Кейн, Джир, Банкат, как жизнь Питер. Огромное спасибо, что пришли сегодня. Я что-то очень волнуюсь и очень давно волновался по поводу питерского концерта. Но надеюсь, что у нас все получится сегодня круто. Еще я волнуюсь, потому что я выступаю трезвый. Там четвертый концерт я как стекло, блядь, и мне это очень сложно. Поэтому, как бы, да, войдите в положение. Еще я парюсь из-за того, что там на афишах была написана новая программа, а новой программы нихуя нет. У меня как бы есть много... Короче, почитаем, да, то, что есть, и один сюрприз будет ближе к концу. Я на самолете все пускаю, и может наденем, может и постоянно. Я на самолете все пускаю, и может наденем, может и постоянно. Встречаете, Питер, я вам на это рассчитывал, от души вообще, спасибо. Леха теперь другой. Леха устал быть Алешей. Зато я помню тот день. Я помню тот самый звонок. Я в рейсике на районе сидел, потом сам набрал, давай похулиганим колем. Помню компанию, странные районы спальные и себя вместе с ними. Они закладки копали на палеве, я деньги бросал им на киви. Еще помню точно. Я ездил куда-то с количеством ночью, в погоне, в зеркале люстры и черный Ниссан, приспитесь рабочие, не помню, четыре больнички. И все говорили, что мне помогают.
но спасибо Всевышнему. Я чудом оказался в Израиле. Еще помню, влюбился безумно буквально за несколько дней до этого. Тогда подумать не мог, что вообще может за этим последовать. Помню ресторан подмосковный, и помню напротив ее глаза. Я вел себя предельно скромно, боялся что-то не то ей сказать. Она смотрела на нее и думал: блин, какая же она красивая. Она смотрела на меня, улыбаясь, и молча парила. Думала, отвернется от меня, как обычно, но не тут-то было. Она решила меня спасти, и походу у нее получилось. Как выжил, не знаю, что было, не помню. Я сильно раскаиваюсь, мне правда от этого стрёмно. Читать об этом стесняюсь, но обещаю, что больше не буду. Хотя нет, я не обещаю, я тупо надеюсь на чудо. Я знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой. Леха заебался быть Алешей. Знал, что будет нелегко, но я не думал, что будет так сложно. Я зашел слишком далеко, с меня как будто бы сняли кожу. Время утекает рекой, время остановить невозможно. Леха теперь другой. Леха устал быть Алешей. Ну все, кончился концерт Гуфа. Постояли, покачали. Мне в целом понравилось, все было прикольно. Сейчас спросим у людей, как им понравился концерт, нет. Что скажешь вот про концерт? Блин, говно. Говно? Говно, да, я разочаровалась. Мы здесь. Разочаровалась. Тебе понравилось, как я кричала? Да, очень. Я так никогда не кричала. Ну, концерт не понравился больше, на самом деле. Чем я кричала? Да. Кому-то понравился, кому-то не понравился. Йоу, встретил я тут Данила, короче, он тоже был на концерте Гуфа. Данил, что скажешь? Нормально. Концерт, по кайфу? Тебе понравился? Среднячок. Качал? Ну, пойдет, заебись. Качал? Охуенно. На телефон снимал? Снимал. Все, красавчик. Люто. И